здравствуйте еще раз. Мы продолжаем эфир из мобильной студии телеканала «Атамикен Бизнес Channel. Я напомню, мы работаем в рамках 10-го Астанинского экономического форума. О значимости данного мероприятия сегодня было сказано уже немало. Вот лишь некоторые цифры. За 10 лет проведения форума было заключено 280 меморандумов на сумму свыше 18 миллиардов долларов. Сейчас у меня в гостях управляющий директор Международного финансового центра «Астана» Айдар Кызбаев. Айдар Кунтаевич, я приветствую вас в студии, в мобильной студии нашего телеканала. Интересна сессия, на которой, в рамках которой вы сегодня выступали с докладом определенным. Вот какие базовые вещи вы сегодня сумели осветить, довести до участников форума? Прежде всего, я хотел сказать, что я представляю Международный финансовый центр «Астана», который был создан полтора года назад по инициативе главы государства. Сейчас становится понятно, что для того, чтобы конкурировать с другими аналогичными международными финансовыми центрами, мы должны создавать собственные продукты, финансовые инструменты, которые бы позволяли нам повысить привлекательность нашего финансового центра. Одним из таких направлений мы выбрали развитие системы зеленых финансов. Это тренд новый, абсолютно новый для Казахстана, но не такой уж и новый для всего продвинутого финансового сектора европейских стран или американского рынка. И мы сегодня в рамках 10-го форума впервые представили проект концепции развития системы зеленых финансов в Казахстане, где собрали спикеров, озвучили проблемы о том, что для Казахстана нужно дальше развивать законодательную базу для того, чтобы система зеленых финансов, она ориентирована на развитие поддержки экологических проектов, имела достаточно понятную, внятную экономическую политику. Также хотел отметить, что у нас сегодня один из спикеров, господин Алессандро Ферруджи, это журналист, итальянский журналист, который сказал, что во всем мире очень много бюджетных средств тратится на всякого рода поддержку экологической чистоты или экологического состояния. И не всегда это оправдано, не всегда это эффективно. То есть задача, чтобы вовлечь в эту проблематику частный сектор, частных инвесторов, потому что бюджет, он не всегда может активно быть участником этих процессов. И он рассказал о примере, когда достаточно лет 5-10 назад, когда несколько городов Неаполя были завалены мусором, было очень сильное загрязнение атмосферного воздуха. Стал вопрос острый, что необходимо активно привлекать частных инвесторов, создавая им хорошие, чистые, прозрачные и, самое главное, выгодные условия для финансирования их деятельности. И в этой связи последние несколько лет очень активно развивается система выпуска зеленых облигаций. Называется Green Bonds. Это, в принципе, она ничем не отличается от обычной ценной бумаги, как облигация, но она имеет целевое назначение финансирования именно экологических проектов и поддержка экологических инвесторов. Мы в настоящее время начали активно работать с рядом акиматов Казахстана, регионов, по вопросам выпуску муниципальных зеленых облигаций через создаваемую биржу МФЦА. В частности, мы объясняем о том, что есть понятие, что бюджетные средства, которые регионы получают с республиканского бюджета, они должны быть направлены прежде всего на поддержку социального сектора. А те проекты, которые каким-то образом могут быть профинансированы бизнесом, для этого сектора мы должны создать хорошие экономические условия для того, чтобы инвестор сам пошел финансировать. И одним из этих инструментов может стать зеленая облигация. Суть ее в том, что, например, если говорить о акимате Астаны, я просто говорю пример, это, условно говоря, очистка Талдыколя, да, или, скажем так, там посадка деревьев, увеличение зеленого пояса Астаны, да, вот. Любой экологический проект, да, или переработка мусора для Астаны — проблема. Здесь акимат может выпустить облигации обязательно на 20 лет, либо его дочерняя структура, либо СПК, например, неважно. И инвестор видит, да, что обязательства гарантированы государственным органам, условно говоря. И в то же время он видит, что вот этот, допустим, тот же мусороперерабатывающий завод или мусор, да, он превращается уже не в какое-то социальное бедствие, а в некий окупаемый коммерческий проект.
начинает в него вкладывать облигации. Суть облигации в том, что есть различия между облигацией и кредитом. Облигацию можно на рынке передать, условно говоря, другому человеку, да, то есть облигация имеет стоимость. Облигация не требует залога, как кредит. Под облигацию зайдут проекты. И поэтому, как финансовый инструмент, он более эффективный в мире, и она имеет стоимость. К примеру, в этом году оценочная стоимость рынка зеленых облигаций в мире порядка 150 миллиардов долларов. Хотя 2-3 года назад сумма была в 2 раза меньше. Это говорит о том, что в настоящее время весь мир поворачивается в сторону экологических проектов, устойчивой экономики, зеленой экономики. И, как вы знаете, с принятием Парижского соглашения в 2015 году практически все страны обязались сокращать выбросы, обязались увеличивать финансирование на поддержку экологической экосистемы. И в этой связи Казахстан тоже ратифицирует это соглашение, соответственно, принял обязательства по поэтапному сокращению выбросов парниковых газов, по обязательства по поэтапному увеличению финансирования экологических проектов. И понятно, что это не должна быть нагрузка на бюджет, это должна быть именно стимулирование инвесторов частных банков для того, чтобы они активно участвовали в экологических проектах, в частности их финансирования. Поэтому МФЦА создает условия, то есть правила игры, которые были бы интересны частному сектору, частным инвесторам, банкам и другим лицам участвовать в этих проектах. А вот какая реакция идет? То есть вы создаете все условия, да? Заключаются, принимаются определенные там соглашения, документы и так далее. Все для того, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно, максимально комфортно по части зеленой экономики. А как реагирует инвестор? То есть есть ли интерес действительно к Казахстану в этом направлении? Мы совместно с Европейским банком реконструкции и развития начали совместный проект по изучению именно внутреннего сегмента поведения внутренних потенциальных инвесторов на предмет этих инструментов. Здесь самая главная проблема, что у нас еще нет культуры инвестиционной, частной или инициативной поддержки экологических проектов. То есть если взять на кону два проекта, да, то есть это, допустим, залежи там недропользователей, да, там угля или чего-то, либо проблемное там болото или что-то еще, у нас инвестор пойдет на залежи там меди или угля, потому что это приносит эффективный быстрый доход, окупаемый. Тогда, когда в сушении болота и через 20 лет только с него, 10 лет через него сделаешь там хороший городской парк, пусть даже окупаемый. То есть у нас, к сожалению, инвестор не привык долго ждать. Соответственно, ему нужны какие-то проекты, которые бы аккумулировали там быстрый процесс возврата средств. В этой связи мы сейчас именно прививаем именно культуру, согласно которому частным инвесторам было бы это интересно. И они ставят вопросы, что какая будет система государственной поддержки по налогообложению, и то есть им нужны гарантии. И многие вопросы у нас упираются в национальное законодательство, потому что даже понятие, когда мы говорим зеленые финансы, это не только там зеленые облигации, там, green bonds, это и зеленое кредитование, это зеленое страхование, это зеленые закупки. То есть все, что связано с деньгами, нацелено на экологические проекты, все это мы называем как бы зеленые финансы. Поэтому здесь инвесторы, они просто на стадии ожидания, какие еще стимулы со стороны государства получат инвесторы, которые готовы, в принципе, инвестировать в экологические проекты. Пока что они сейчас не привлекательны. И но мы готовы. Да, мы да, на страже интересов, да, скажем так, находимся. Да, мы на страже интересов, потому что мы считаем, что мир, в принципе, мы сейчас Китай номер один в мире по инструментам зеленого финансирования. В этом году Россия объявила год экологии в России. Да, то есть во всем мире создается некий пояс такой зеленых инициатив, и в этой связи Казахстан он не должен отставать. И просто мы, я говорю, мы в этом контексте как бы новые игроки. Соответственно, ни в одной стране мира, ни в одних центрах нет стандартов понятия зеленых финансов. И в этой связи мы сейчас как бы не форсируем события. Мы сейчас в первую очередь хотим понять стандарты зеленого финансирования, понять, что именно отнести именно к зеленым экологическим проектам, что не относить, какие должны быть требования к игрокам, которые через инфраструктуру финцентра будут участвовать в этих проектах.
Соответственно, мы ответили, что в этом году мы сосредоточимся на понимании игры, то есть да, какой-то экономической игры, в которой мы должны предложить будущим игрокам. Это будет Акимат, это будут инвесторы, международные финансовые институты. Тот же самый Европейский банк реконструкции и развития сказал, что он готов стать первым инвестором, да, или там, первым игроком на рынке зеленых облигаций в Казахстане. И поэтому он участвует с нами в процессе разработки концептуальных документов, потому что он сам еще до конца не разобрался. Поэтому мы говорим, что этот проект стартовал только недавно, и мы надеемся, что до конца года мы завершим. Понятно. Спасибо вам большое за время, спасибо за беседу интересную. Напомню, это был прямой эфир из мобильной студии телеканала Атамикен Бизнес Ченел. Мы отрабатываем в рамках 10-го Астанинского экономического форума. Спасибо.